Мы опускались в самое чрево древней цитадели, и меня бил озноб. Мы были в шаге от обладания мощнейшим из оставшихся на земле оружий. Имели ли мы право воспользоваться им? Товарищ полковник, вам сейчас надо в реакторный зал попасть. Главный реактор стоит прямо по центру, рядом с пультовой. Спуститесь на лифте до первого этажа, а там по лестнице наверх. Найдите главный пульт, дальше я все объясню. Господи Иисусе, с какого... А теперь-то что? Володя, видел бы ты это. Артём, теперь держись. Артём, гранаты оставим тут. Рядом с реактором их использовать все равно нельзя. Эта мерзость на полу наверняка ядовитая. А тут еще и газ. Нас так надолго не хватит. Без дураков. Оно опаснее, чем кажется. Странно говорить, но мне шутка. Я думаю, мы сейчас на пороге ада, и встречает нас лично сатана. Артём, давай ко мне. Где ж у него кнопка? А. Получилось. Слышишь? У нас получилось. Кто бы сомневался, товарищ полковник, там все автоматизировано. Просто вводите команды. Легко сказать. Ну что за бардак? Так, ладно. Запуск реактора. 1, 2, 3, 4. Вроде ничего сложного. Построено для дураков. Вот сейчас и проверим. Товарищ полковник, мощность на четверть, а надо на полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Проклятие! Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артём, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять сердце. Ты иди туда, я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Есть половина мощности!
причине здешней. Советом раньше всего строили с запасом. Тут есть еще один. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими черными. Старта. Ульман ждет вас там с подарочком. Ты только оглядись, Артем. Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу! Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем, снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо.